от методов убеждения к мерам принуждения. Меня не пугает дьявол. Я боюсь соседей, которые меня обвиняют. Они ведут нас, как овец, на заклание и ждут, что мы молча пойдем. Я покажу им, что я не овца. Неважно, сделали мы это или нет. Мы виноваты, раз все так считают. Потому что не можем из-за небольшой группы упертых антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан.